До главного весеннего праздника Навруз осталось буквально несколько часов. Для каждого узбекистанца это особенный день, ведь он является воплощением общенациональных ценностей, таких как добродушие, забота о ближних, уважение и почитание представителей старшего поколения, любовь к родному краю. Отсюда и добрые традиции нашего народа. В преддверии весеннего равноденствия озеленять и благоустраивать улицы, гузары, махали, обязательно навещать родных и близких. Отдельное внимание тем, кто в нем особенно нуждается. Ну а чтобы в полной мере насладиться красотой пробуждающейся природы, зарядиться весенним настроением, наши соотечественники отправляются в парки культуры и отдыха, где уже чувствуется самый настоящий праздник. О подготовке к Наврузу, о праздничной атмосфере регионов, видеообзор программы. На территории комплекса «Форум» в центре города Джизака расположились праздничные выставки районов всей области. Навруз – праздник объединения людей. Представители всех национальностей, проживающих в Узбекистане. И в Джизаке представители всех диаспор собрались для празднования Навруз под девизом «Узбекистан – наш общий дом». Каждая национальность вносит свой определенный вклад в развитие нашей республики. Особенно в последние годы цветет и процветает наш город. Желаю всем здоровья, мира и добра в каждом доме. Прозвучали песни, воспевающие родину, мир, весну. Цветение и тепло весны уже ощущается повсюду. Пришла она и в окрестности пустыни Кызылкум. А в воздухе витает атмосфера обновления, радости и творчества. Канемехский район Новоайской области встречает Навруз традиционным конным состязанием Купкары. Эта игра всегда приковывает к себе внимание многих. В этот раз за увлекательным процессом наблюдали около 3000 зрителей. Это не только веселая игра, но и серьезная тренировка. Она формирует мужество, смелость и ловкость. Соревновались порядка 300 наездников. А это уже центральный парк культуры и отдыха. Обычаи и традиции Навруза перенеслись и сюда. Весенние блюда, национальные костюмы, выступления деятелей искусства и все вокруг полно жизни. Песни слышны отовсюду. В программе концерта, организованного районным управлением культуры, национальные композиции и танцы узбекского, казахского, каракалпакского, татарского и русского народов. Торжества, посвященные любимому празднику, проходят и в Гиждуванском районе Бухарской области. Местом притяжения для многих местных жителей стал центральный парк области. Звуки карнаев и сурнаев, весенние дастарханы, выступления, передающие традиции, идущие испокон веков. Находит отклик Навруз и в сердце молодого поколения, которое так любит в дни праздника посостязаться в национальные, народные и спортивные игры. У многих из нас Навруз ассоциируется с национальным блюдом сумаляк, основой для которого служат пророщенные зерна пшеницы. Во всех уголках нашей республики, как и в этих краях, можно наблюдать огромные размеры котлы, вокруг которых весь день и всю ночь не смолкают веселье и танцы.